Акция, посвященная Международному дню против фашизма, расизма и антисемитизма, прошла в Гродно. Именно в ночь с 9 на 10 ноября 79 лет назад начался массовый погром евреев в Германии. Эти события получили название «Хрустальная ночь» или «Ночь разбитых витрин». Тогда десятки евреев были убиты. Было разрешено уничтожать их владения и синагоги. Кроме того, в ту ночь было положено начало Холокосту, во время которого погибло 29 тысяч евреев в Гродно. Дань памяти теперь отдают ежегодно как в Германии, так и в нашей стране. Мы зарождаем только эту акцию, но планируется уже в следующем году и раздача материала на главных улицах города. Также мы планируем, возможно, проведение концертов, конференций, то есть в различных форматах.